Državni institut umetnosti i kulture u Rusiji pohađa 2.500 studenata iz celog sveta. Među njima i 26 studenata iz Srbije. Univerzitet ima 6 fakulteta umetnosti gde se uče muzika, režija i gluma, slikarstvo. Profesor narodnih instrumenata, harmonike i zaslužni radnik kulture Ruske federacije Mihajl Ivanović Šarabarin i on je naš gost jutros. Tu je jedan od zapaženih studenata iz Rusije, Mitjušin Vladislav. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Niste prvi put u Srbiji. Razlog vašeg dolaska je međunarodno takmičenje u Lazarevcu. Zašto je ono značajno? Для любого музыканта участие в конкурсах – это крайне важно, чтобы объективно оценить свой уровень. Для любого музыканта важно участвование в любом такмичении. Ну, а конкурс в Лазаревице – это особенный конкурс, потому что Лазаревец, музыкальное заведение – это наши партнеры, наши друзья. Конкурс в Лазаревце – это нарочито, конкурс, они наши приятели. Контакт, договор о сотрудничестве, и мы регулярно проводим различные акции. То есть совместное участие в фестивалях, конкурсах, в проектах – это академический обмен. Наши студенты приезжают в Лазаревец, и из Лазаревца студенты приезжают к нам. Мы имеем уговоры с ними, и наши студенты долезли в Лазаревец, и их студенты поэтому под нас. Мы приехали на этот конкурс уже, зная, куда мы едем, к нашим друзьям, к нашему замечательному директору Лазаревца, это Александр Станкович. И мы получили огромное удовольствие от этого конкурса, от его уровня. От встреч, от организации всего. Мы долазим к наших приятелей Александра Станковича, когда идем, ведь знамо, и все было дивно в том конкурсе. Чули смо, да наших студентов има код вас. Какви су наши студенти? Ваши студенты замечательные, талантливые ребята. Ваши студенты су дивни, талантованные деца. Вы знаете, крайне важно, чтобы... Они получали опыт, музыкальный опыт в России, потому что музыкальная школа в России славится своими традициями. Очень важно, что они добивают искусство в России, потому что музыкальная школа вот этот славная обмен, традиция. Это проникновение в другую культуру, хотя наши культуры очень близки. И я общаюсь с вашими студентами, они наши говорят, что им очень комфортно. Наши культуры близкие, и когда встречаемся с вашими студентами, они говорят, что им очень приятно, и да се у нас в Белгороде, да се налазе у нас в Белгороду. Они имеют возможность работать в наших оркестрах, имеют возможность работать в наших оркестрах и получать значительный музыкальный опыт. И да добью значительное музыкальное искусство. Pa, čuli smo kakvi su naši studenti, znamo i da su vaši dobri. Ovoga jutra slušamo jednog vašeg studenta koji dobija i mnoge nagrade. To je Mitjušin Vladislav. Šta slušamo? Mi poslušajem pjesu Viktora Vlasova, parafraz na izvjesnu narodnu melodiju. Shvatila, parafraza narodne muzike. Možemo da čujemo. Vi ste gledali jutarnji program. Sutra vam zakazujemo sastanak u isto vreme na isto mesto. Vidimo se i uživajte.